Сергей Николаевич. Я не пропустил ни одних выборов, потому что считаю, что эта система действительно работает. И она будет работать до тех пор, пока мы сами будем выбирать свою власть. Кроме того, мы, как представители СМИ, которые призывают людей идти на выборы, мы никак не можем остаться дома тогда, когда действительно надо сделать свой выбор.